Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать гостевой дом, где не очень много номеров, но все же очень любим этот дом туристами. И здесь занятость практически полная. Он находится по адресу Первомайская, 45А. И вы можете посмотреть по карте отдаленность от моря. Вот мы сейчас стоим, сзади наш красненький дом. Здесь в нашем районе вся инфраструктура, есть совершенно все для отдыха, общепит, магазины, полностью всякие сувениры, транспорт, вообще все есть, и прогулочные зоны, и развлекуха для взрослых, и для детей, и до моря здесь 5 минут спокойным шагом. Мы сейчас проследуем, сначала посмотрим гостевой дом, посмотрим территорию нашего гостевого дома, а потом отправимся обязательно на море, я покажу вам пляж. Я зашла во двор, на территорию наших номеров гостевого дома. Здесь у нас сразу хочу показать санузел. Санузел и душ у нас будет уличный. Вот здесь зона принятия душа, умывальник. Номера всего 4, поэтому у вас не будет никаких очередей и так далее. Вот туалет. Да, везде много цветов. Номера у нас находятся на втором этаже. Вот здесь, но я их сейчас отдельно покажу. Здесь у нас вот такой двор, кухня общая, то есть здесь вы можете покушать, приготовить, вся посуда есть и столики. Стул можете также взять и вечером здесь устроить себе пикничок. Вот примерно такая будет территория нашего двора. А сейчас хочу показать обязательно номера и пойдем на море. На второй этаж. Здесь у нас 4 номера. Все правее отрываются. Здесь получается 4-местный номер. Сплит-система, тумбочки, телевизор, вентилятор, если нужно, стол. Да, ну вот такой вот номерок. Сейчас следующий вам покажу. Все цены я оставляю в описании. Это тоже у нас 4. Комплектация такая же. Стол, стульчики, кроватки, тумбочки, телевизор, сплит-система. Еще один у нас номер. Номера просторные. Здесь у нас 5 кроватей, тумбочки также прикроватные, везде цветочки. Выход на частный сектор, телевизор. Да, вентилятор, еще столики. И еще один номер. Так, еще один номер. Здесь у нас такая двушечка, телевизор, вентилятор, тумбочки, столики, кроватки. Ну, в принципе, я думаю, что комплектация понятна. Цены я оставлю в описании. Все очень чистенько, знаете, очень чистенько. Никаких запахов вообще нету, но находится очень близко к морю. Поэтому я обязательно сейчас покажу дорогу до моря и пляж. Вот мы пришли на центральную набережную. Здесь у нас центральный причал, как мы видим. Здесь вся инфраструктура, торговые центры, все именно в этой части набережной. Торговый центр Геленджик, торговый центр Пассаж, Макдональдс, Гирос, есть общепит, экскурсии на лодках, все здесь, концерты здесь, все развлечения для взрослых и детей, все именно в этой части набережной. Поэтому, если вы бронируете этот гостевой дом, то вы безошибочно выбираете для себя место для отдыха. Пляж у нас песчаный. Вот уже видим, что проходят экскурсии. То есть уже май и уже вовсю здесь туристы.
Все цены оставила я в описании по поводу этого гостевого дома. Вы пишите мне по WhatsApp или Viber, номер телефона я также оставила в описании. Уточняйте даты на этот гостевой дом. И уже будем обсуждать бронирование. Спасибо, ребята, за внимание. Спасибо, что смотрите канал и ставите лайки, и пишите комментарии. Это очень важно для меня, для развития канала. Не-не-не, ты что, какой босиком? Вот такой пляж будет вас встречать, когда вы приедете. Это у нас центральный пляж. Если пойти немного левее, то там будет тоже огромный центральный пляж. Везде песок. Если вы хотите гальку, вам нужно будет пройти вот сюда. И тут уже начинается пляж Сады Марии. В принципе, здесь все близко. Минут, наверное, 10 от силы с этого пляжа перейти на другой пляж. Точно так же касается, если мы идем направо. Там также будет песчаный пляж небольшой. И пошла уже галька. Не забываем о том, что я делаю видеообзоры на ваше жилье в Геленджике в аренду посуточно, на сезон и не только на сезон. Вам дополнительные клиенты, и я думаю, что ни для кого клиенты не будут лишними. Нашим клиентам видеообзоры помогают определиться с выбором жилья, поэтому пишите заявки также по WhatsApp или Viber. И обращайтесь ко мне за подбором жилья. Я также вам с этим могу легко помочь. Всем, ребята, спасибо за внимание. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всего хорошего. Пока.